Всем привет. Вот получил такой девайс по почте из Китая. Выписал. Это такая ручка, в которой очень много таких стальных стерженьков. У нас, кстати, тоже продается в магазине, я видел. Специально для того, чтобы отбивать мясо. Но особенность вот так вот, как бы один раз, когда втыкаешь, мясо остается на этих стерженьках, поэтому надо резко давить, бить. Когда будешь бить, вот видишь, вот один раз я воткнул, и сразу мясо застряло. А когда бьешь постоянно, то оттуда вылезают вот эти вот иголки и протыкает мясо. Это очень удачно, можно с двух сторон мясо забить, для того, чтобы оно лучше пропиталось. Вот, собственно говоря, и все. Хотел вам показать такой девайс, вот видите, в рабочем состоянии вот такой. Вот и порекомендовать купить такую штуку, она мне лично понравилась, специально для того, чтобы отбивать мясо и мариновать, потому что в мясе получается много дырочек, в которые заходит маринад. Вот, собственно говоря, и все. Всем пока, всем привет. Вот такой девайс для того, чтобы отбивать, мариновать мясо. Пока, до встречи.